Всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой снова со своей радостью. К нам пришла огромная-огромная посылка из Санкт-Петербурга. Сейчас я попробую продемонстрировать. Вот такая вот большая коробка. Ух! Приехала она от Оленьки Крюковой. Оленька является нашей подписчицей. Ну, нашей, потому что она любит и Максимку смотреть, и меня. Оля, спасибо тебе огромное. Это был сюрприз, настолько неожиданный. Ну, уже девочки делали такие сюрпризы, но каждый раз сидишь и просто не можешь поверить своим глазам. Оля мне вчера написала в личку ВКонтакте, что Света на почте от меня сюрприз. Пришла, говорит, и моя очередь вас порадовать с Максимкой. Очень хотелось, говорит, вас удивить и прислать что-то такое необычное, чтобы вас обрадовало. На самом деле Оля сейчас сидит, волнуется не меньше нашего, потому что она переживает, все ли в целости, и получилось ли у нее порадовать нас или нет. Но удивить нас уже очень получилось, потому что, ну, когда-то, наверное, в начале лета Оля сделала у меня заказ, и, если честно, на сегодняшний день я об этом просто забыла. И откуда у нее адрес, и откуда посылка, для меня это было просто такой шок. Ну, давайте не буду томить. Держи, тебе ножницы, мне ножницы. Оля сказала, что она там все хорошо упаковала. Вам придется, говорит, это все разматывать. Поэтому мы вооружились. Вдвоем. И будем с Максимкой открывать. Радость уже так кипит на самом деле. Так она булькает, что эмоции у нас шкалят. Вчера Оля, когда написала, что посылка пришла, у меня муж сходил на почту, но у нас почта сейчас работает до часу. Потому что остался один работник. И пришлось ждать до сегодняшнего дня. А сегодня он получил посылку с утра. Но Максимка учится до обеда. И пришлось ждать еще, когда Максимка придет со школы. Ну вот теперь мы в сборе. Вокруг этой коробки хороводы водила не только я, но и Степа. Ну а сейчас так волнительно. Ой! Сейчас будем открывать. Тут, видите, еще все попрятано. Закрыто. Вау. Вау. Круто. Ну, Степа не зря, судя по всему, водил хороводы. Степа, смотри, тебе какой подарок. Смотрите, какая прелесть. Это мышка. Вот такое вот чудо. Ой, Оль, прям ваше это не верится своим глазам. Максимка мне уже следующее показывает. Вау. Вот это для тебя. Косметичка от L'Occitane. Вау. Ух ты. Сколько там интересного. Давайте я вам поближе потом покажу. У меня аж прямо это перехватило. Можно посмотреть? Ну, давай. Так. Вот. Вот такой вот бей. Это, ой, это Максимки, ополаскиватель для полости рта, для детей. Смотри. А, круто. А то он все мой таскает. А то я люблю такие штуки. Да, ну на сам. Не, давайте мы будем, вот которые вот так запечатаны, мы не будем открывать. Смотрите, вот такой ополаскиватель с ароматом клубники. Со вкусом. И смотрите на Макса, как похож там этот вот хорек. Видишь, мой? Спасибо. Ой, я уже вижу то, что я люблю. От Organic Kitchen. Вы знаете, что это? Ой, какая прелесть. Вот эту радужный орех я уже испробовала. Это маска для волос. Мне ее Иринка присылала, и я ей сейчас пользуюсь активно. Но так как в баночке 100 мл, она так кончается быстро. Смотрите, у меня она снова. Не успела закончиться, уже следующая. Это очень хорошая маска, она приятно пахнет. Знаете, чем? Миндалем. Классная. Да, миндальное молочко и кедровые орешки. Такая классная маска. А вот это новенькая. Хрустальная туфелька, полирующий скраб для ног. Ух ты. Так интересно. Вот такой вот. Скраб для ног. Далеко мы, снова далеко сидим, чтобы было видно нас, хотя бы немножечко было видно коробку. Максим туда дальше. Ну, ищи там что-нибудь интересное. Мы сейчас еще такие-то
немножко шальные, пока у нас включится-то. А это стопроцентная богиня, но это не про меня. Увлажняющий скраб для тела. Ой, а можно я посмотрю? Скраб для тела я хочу. Ух ты, смотрите какой. Интересно, он прям дребезжит, как желе. Желейка, даже вкусная. Да, такой вот, как желе. Иланг-иланг. И море обаяния. Вот. Ой, спасибо. Вот еще тебе и нашел. Макс еще мне нашел. Это легендарный кислород. Средство для удаления макияжа с глаз. Ой, так здорово. Двухфазное, смотрите. Я такое не пробовала. Оно такое маленькое, классненькое. Ой, Оль, вообще настолько сюрприз. Я еще никак это в себя не приду. Шоколадка с Санкт-Петербургом. О, еще шоколадный сувенир. Шоколадный сувенир. Макс, кстати, это бережет фантики потом, которые именные с городом. Сувенирные. У тебя какой? Воронеж? Воронежский. Да, вот у него воронежский еще остался. И теперь это вот такой. Угу. Смотрите, что это же мыло. Керасис или керасис. Это мыло, которое я очень хотела купить, когда была в Магнит Косметик. Вернее, я даже одно купила. Но оно такое дорогое, что только одно я купила. Они так вкусно пахнут. Очень хорошее. Вот это вот мыло очень хорошее. Спасибо тебе, Оленька. Ой, я все на косметичку смотрю. Так приятно. Серафима, радость моя. Масло зародышей пшеницы. Омолаживает, разглаживает морщины. Ой, это нам надо. Вот такая вот красота. Теперь Серафима и моя радость. У меня, кстати, есть подруга Серафима. Тройка. Рад. Это мы любим. Это мы любим. Спасибо. Я люблю шоколадки. Да, Макс любит. Правда, ему выдают их крайне редко. Он мне по одной достает. Еще один особый. Для особых особ. Это для меня, значит. Мишка на севере. Ой, как много. Оля, ты правильно положила все в его угол сладкое. И он со своего угла и достает. Ой, как много. Вот делай. Тут еще много, тут пакетов много. Макс вот не смеет трогать, потому что тут пакеты. Знаете, это что? Это тоже мыло ванильное. Le Petit Marseillais. У меня только одно с апельсиновым деревом. Мне кажется, у них мыло пахнет лучше, чем даже гели. Вот такая вот красота. Ой, я вообще, я так рада. А это знаешь что? Это спонж. Спонж для умывания. Понятно, почему на губку похоже. Да, это губка такая, она в специальной... упаковочке? Ну да, там в специальном растворе. Так, 100% натуральный, изготовлен из растительного волокна. Вот такой вот. Как он называется? Коньяк? Как он правильно? Как-то клерити. Конжаковый спонж с бамбуковым углем. Ну ладно. Очищает и массирует. Да, будем очищаться и массироваться. Ой, вообще. Так, вот это. Вот мы что разглядели. Вот такая вот упаковочка. Можем посмотреть. Интересненько. Магнит. Ух ты, это знаете чего? Пицунда. Пицунда. Это мне Оля написала, что они месяц назад примерно приехали. Они отдыхали в Абхазии. Она сказала, что пришлет... сувенир с Абхазии. Вот они были где? На Черном море в Пицунде. Вот такая красота. Ой, как мне нравится. Ну, приклеивай. А, я и хочу. У нас тут вот снизу все магнитики. Ой. Вау. Это что, еда? Это еда? Сейчас узнаем, что это. Это что-то такое медовое. Вау. Ух ты. Это мед с орехами разные. Правда, смотрите, я потом в конце ролика покажу поближе. Это вот правда, смотрите, с пчелками. Макс ручонку тянет. Вау, это же орехи и косточки в меде. Да. Вау, это вкуснятина, наверное. Ну вот, сегодня Макс будет дегустировать. Да, с удовольствием. Оленька, спасибо. Вообще даже... Ой, я не могу. Девчонки, уже в прошлый раз Иринка, до этого... Кто нам присылал? Викуля тоже, они из поездок присылали, нам привозили сувениры. Это так приятно. Ладно, из своего города, но когда еще человек в поездке думает,
ну, как бы о нас и присылают. Это настолько приятно. Вот прям, Оля, огромное спасибо. Я не знаю, у меня просто сердце распухает от благодарности. Давай откроем этот пакетик. Ну, давай откроем. Тут много. Мы только начали. Тут сверху пока еще лазим. Максим, давай, открывай сам. Знаете, я вам сейчас что покажу? Это мыло. Это черное мыло для бани. Я его хотела. Черное мыло Агафьи. Смотрите. Я так его хотела, но последний раз топталась я около него. Но я его так не взяла. А недавно мне подруга говорит: слушай, такое мыло классное. Зря, говорит, не взяла. Вот не зря получается. Я его открою, мне так хотелось. Ой, смотрите, как интересно, открыла, а тут еще бумажка. Замечание. Направлять по адресу. То есть, если я чем-то буду недовольна, у меня тут адрес есть. Куда я обедничать? Ой, какое интересное. Смотрите, оно. Упаковка какая. Видите? Я про него забыла. Вот, смотри, там листики. Смотри, прям листики. Вот. Видите, прям листик. Ну, может быть, вы уже и пробовали многие. А я вот впервые. Вот оно такое прямо. Такой холодный запах. Холодный запах и пахнет растительным чем-то, травками, вот какими-то бочками. Ой, какая красота. Я теперь так не закрою, как я открыл. Хорошо. Сейчас я, подождите, затолкаю обратно. Ой, какая прелесть. За телом и волосы можно. Так, бумажку я пока не буду, потому что я ее испачкаю. Оля, спасибо. Какая красотища. Во что мне вытереть эту коробку, вытру руки. Я долго сейчас буду показывать. Посмотри. Вы можете на паузу поставить, пока чаю налить. Комплимент. Вода для умывания и снятия макияжа. Вот такая вот красота. Макс, угу. Ему скучно. На, вот это открывай пока. Ага. Ты ищи свои сам. Я-то уже нашла, мне хорошо. Ой, а я вот это не пробовала никогда. Доктор Санте. Органа. Молочко для демакияжа. Наклички. Какие красивые. Сейчас я вам покажу. Я вам сначала молочко покажу. Вот такое вот классное молочко. Санте доктора вообще не пробовала никогда, но слышала. И хорошие очень отзывы слышала. Мишки. Смотрите. Смотрите. Максимка, у него когда наклейки начали копиться, я сейчас немножечко расскажу. Мы с ним, знаете, как решили сделать? Мы завели общую тетрадь на 8, на 120, по-моему, даже листов. И теперь мы оформляем там, ну, как мы. Я помогаю, потому что у меня в детстве этого не было. Мы же раньше как? На какую-нибудь мебель на видное место прилепишь и счастливо, пока родители не заметят. Вот. И мы теперь оформляем вот разными такими наклеечками эту тетрадь. Ну и, естественно, он вот такие наклейки еще использует на дневник, там вот, ну, чтобы в школе тоже где-нибудь блеснуть красотой-то. Очень красивый, прямо пандочки. Ну, я потом поближе тоже покажу, ну, такая красотень. Петушок. Ну, тут, видимо, сладости. Он сейчас будет по одной, если доставать, это надолго. Давай. Сейчас все в свои руки. Нет, пускай сам показывает. На, держи. У него там интересно. Танки, а ты знаешь, что это? А, я сбоку видел, тут игрушка. Это не игрушка. Он не понял, что это. Что? Сейчас покажу. Это духи? Это духи. Духи для мальчика, и там еще действительно игрушка. Круто! Смотрите, и там еще машинка. Или танчик будет. Сейчас мы это. Круто! Ой, а как вкусно пахнет. Поднимай ручку. Можешь понюхать? Очень вкусно. Ага. Пахнет чем-то карамельным таким. Ну, детским и... очень приятно.
Ой, Оленька, спасибо. Макс довольный. Видно. Смотрите, какая улыбчивая машинка. Я не знаю, видно вам или нет, но потом я все это разложу. Это что? Это салфеточки. Детские влажные салфетки. Тоже на Макса похож. Это новый мультик. Новый мультик? А, да. Ангри Бердс в кино. Ой, какая красота. И вот такие салфеточки. Ну, на салфетках я долго не буду заострять внимание, потому что тут так много. Макс пока в своем, я в своем. Это от Арифлейм. 150 миллилитров. Я так понимаю, что это, наверное, типа молочка. Да, боди. Боди это молочко, значит. Ой, какая красота. Приятно очень пахнет. И такой красивый дизайн, смотрите. Оленька, спасибо. Вот я не знаю, ну, у меня прямо там все это кипит. Ну, спасибо. Ух ты. Такая вот. Ой, какая прелесть. Давай откроем. Смотрите, это Монпансье, там конфетки. Жестяная баночка. Такая интересная. Ну, очень оригинально. И написано вверху «Я люблю Питер». Очень оригинально оформлено. Держи. Можно открыть? Ну, потом открою, смотрю, сейчас сколько. Так, это вот у нас Санте, вот этот вот, который был... Молочко для домакияжа и также тоник для лица. То есть сразу в комплексе буду использовать. Такая довольная. Такая довольная. Вот такая вот ореховая конфетка. Да, это, наверное, типа мюсли. А может не типа, а мюсли. Вот такой вот. Сладость такая вкусная. Дрожжи с арахисом. Вот такие дрожжи. Типа эмандемса. Да. Ой, я сразу в свой. Ух ты. Такое красивое. Крем для рук омолаживающий, для коррекции возрастных изменений. Это про меня. Ой. У меня есть изменения, мы их борем. Побеждаем. Такой красивый. Ой, какая. Я такую и не видела. Никогда не видела такую фирму. Очень интересно. Что-то новое прям. Такая мягкая. Чего это? Вот такое вот мыльце. А, это гель для душа такой. У нас, кстати, уже коллекция. Обезьянка с бананом. Мне на тем нравится, что ее так можно щупать. И она как антистресс прям. Ну да, да, да. Какой вот приятненький. У него такая уже лягушка, сердечко. И вот теперь будет обезьянка. И еще у него есть фигурки стоячие. Вот такие. Кстати, обезьянка знакомая. Да? У Макса на трусиках такая. С обезьян, обезьян прямо с таким бананом. Один в один. О, машинки. Ой, там дальше ластики, смотрите. Ну, я поближе потом покажу их, потому что сейчас вам будет не видно. Очень интересно. Смайлик, крокодил. Ой, какие красивые. Вот такие вот. Это и, тоже все ближе покажу. И Лёва. И его Лёва. Не было. И вот такой Лёва на четырех лапках. Это новый Лёва. Новый. И Монпансье. И еще одно Монпансье. А, это то. Я... А, это то же самое. Не было. Я его сейчас буду весь ролик. Так, дальше. Все, закончился, выкидывай. Ага. А у меня не закончился. У меня тут еще. Ой, какая красота. Такие продукты, я вообще даже упаковок-то таких не видела. Смотрите, как интересно. Вот такая коробочка, розовая вода. Для тебя. Ну, конечно, для меня. Оля, где ты нашла такие красивые? Заживляет, очищает, придает эластичность и упругость кожи. Вот так тут написано. Ой, мне даже хочется камеру-то взять в руки и вам ближе показывать все это. Все такое неизведанное. О, Максим, тут что-то интересное. Смотри вот это. Вау. Мыльцы. Да, там что-то детское такое, яркое, цветное. Специально для детей. Так, это тоже что-то для рук. Что-то для рук вот такое интересное. Русский, русский, русский. Вот он. Вот, да, есть, русский нашла. Могу прочитать. Показания. Обветренная и чувствительная кожа рук. То есть это вообще в зиму защита.
А, это можно сказать перчатки? Ну, зимний вариант, да. Зимой бороться, это когда ты с горок накатаешься, а потом тебя спасать. Жидкое мыло специально для детей. Ой, такое красивое. Мы потом вот этот вот флакончик оставим. Да. В него можно снова наливать будет мыло. Такое красивое вообще. Ну ладно, мы потом распечатаем. Я вам в конце покажу. Но вы сразу наконец не перематывайте, потому что тут будет много чего интересного. Смотрите. О. Специально для детей. Нежный бережный уход. Два в одном, шампунь и гель для душа. Клубничный коктейль. Это вот же, такая вот красота. Это же одна серия бомболина, а там как... Вот это? Да. Бомболина. Да, это, да, одна это серия. Тоже одна серия. Бомболина. Да. Ой, такая красота. Я такие даже не видела упаковки. Все такое интересное. Это мы все в одном пакете. Вау. Вау. Это зубная паста. Май, это мужская? Женская, это детская зубная паста. Понятно, почему тут такой вот пират. Тут пират, защита от кариеса, предотвращение воспаления десен, бережный уход. 4 с плюсом, детская зубная паста. Я обожаю такие красивые упаковочки. Она зафольгирована, но все равно вкусненьким чем-то пахнет таким. Такой баблгам какой-то. Да, 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 вот типа баблгам. Жвачка. А так баблгам и написано. Ой, правда. Внизу написано баблгам, да. Ой, вообще, так интересно. Это еще пакет не кончился. Вот еще нашла. Крем-сорбет для рук, увлажняющий. Это вот, это друг вот этого крема. Видите, они прямо идентичные. Я даже упаковки такие не видела. Такая красота. Оля, я сама себе завидую, честное слово. Если кому-то тяжело это смотреть, вы лучше не смотрите, потому что мне потом бывает пишут такие комментарии обидные, что я там типа выпрашиваю. Я не выпрашиваю, честно. Честно-причестно не выпрашиваю. Но радость у меня шкалит так, что, не знаю, мне кажется, больше, чем у Макса. Вау. Это тоже для рук. Лилия и масло шеи 60 грамм. Крем для рук. Какой он красивый. Смотрите, какой интересный. Тоже такая упаковка прямо вот. Как жестяная. Очень-очень интересный, привлекательный такой вообще. Мне даже пользоваться-то жалко. Вообще такое все красивое. И вот столько. Это первый пакетик мы заканчиваем. И вот столько. Это маски, наверное. О, а там сколько интересного. Я сегодня буду, наверное, еще 2 дня сидеть и перебирать. Я даже по местам не разложу. Я тоже. Совушки. Вот смотри, о, Максима, раскрась за 5 минут. Это за Макс... 5? А, это такой вот антистресс. Антистресс с совами. И блокнот. Ой, не дам. Подождите, я вам сейчас сначала покажу. Смотрите, какая красота. Написано сзади, появились свободные 5 минут, возможно, вы сидите на скучном совещании или ждете ребенка из школы, а может, ваш рейс задерживается или вам предстоит долгая поездка на поезде. Раскрашивайте и отдыхайте. Значит, не для тебя. Посмотрите, какая красота. Ну, конечно, я никому не отдам. Это только для меня. И тут интересно, что есть места для записи. Тут вот и раскраски, я поближе опять же покажу. И есть место для записи. Очень-очень красиво. И все в совах. Вообще совы, это вообще, мне кажется, такое животное, ну, крылатое. Такая птица, которая успокаивает. Конфетки. Так, подожди, с конфетками я маски покажу. Давайте я маски покажу. Вот эта маска для волос. Это жидкое мыло, гигиена новая. Для, ну, гигиена, для интимной гигиены. От Palmolive. Маска для лица огуречная. Я по-быстрому, потому что тут так много, мы с вами будем долго, несколько серий, сезон. Ольга нам открыла сезон, я буду долго показывать. Так, а тут я не вижу русского, а вот вижу. Это крем-скраб для лица, очень интересный. Маска желтковая. Это вот шампуньки, видимо шампунь и бальзам. Ой, такое все интересное. Вообще ничего не пробовала.
Против морщин маска. Это все мое. Ой, какие красивые. Пломалив. Это, наверное, гель. Ой, так интересно. Вот. Я уж сама и туда, и сюда. Ой, я не могу, так это интересно. Смотрите, наклейки. Какие красивые. Вот такие наклейки. Я смотрю не на вас, я смотрю на себя, чтобы не промахнуться. Маски по форме животных, кажется. А, да, это я тоже хотела. Девчонки показывали, такие маски одеваешь и такая моська. У меня маски всегда клеит муж. Я думаю, он будет... Сколько тут минут он ржать-то будет? 10-20 минут. Ну, в лучше... этот раз буду я клеить. Лучше 20, пусть смотрит. Ой, какая красота. От Гориньер. Я тоже видела такую маску у девочек в обзоре, но никогда сама в продаже даже не видела. Супер увлажняющая, успокаивающая маска. Ой, такая красота. А это что? Ой, какая красивая. И вот такая вот. Красота банановая, тоже маска. Маска? Хоть это, на стену картинку вешай. Вот конфетки. Тут конфеты. Фабрика имени Крупской. Это питерские конфеты. Сказки перо. Вот, так называются. Это что, конфетки? Ой, какая красота. Сверху крышечка такая. Петербург в акварели. Это конфеты, что ли? Или кофе? Я не знаю. Это заварка, судя по всему. Подарок внутри. Интересно, а можно тут будет потом закрыть? А, тут надо надрезать. Написано подарок. Ну, давайте я вам тоже покажу. Ой, тихо-тихо, что-то у нас тут не упало. В общем, вот такая банка интересная. Я все, что связано с баночками, упаковочками, так люблю. Я тоже люблю такие красоты. А что же это? Да, это чай. Чай и подарок внутри. Это интересно уже. А Макс уже открывает. Будете ждать? Интересно, а можно закрыть будет? Ну, конечно. Ну, только не запечатать, а вот. А так. Закрыть? А закрыть можно будет. Мне правда интересно. Я очень люблю всякие сувениры. Это я не клянчу, а то мне сейчас опять напишут, что клянчишь. Нет, а вот открыла. Там заварка. И вот эта вот картинка... Вот сама картина. На, подержи. Ага. Внутри. Очень интересно, смотрите. Прям можно эту картину вешать. Вставлять, да, вот тут написано. Вставить в рамочку. И на стену. Вот. Вот такой подарок интересный. То есть вместе с картиной получается. Ну и плюс баночкой потом можно будет пользоваться. Это тоже часть подарка. Да, это получается еще часть подарка. Такая упаковка. Ну, сейчас тут чай торчит. И он выталкивает. Ой, так интересно. Вот такая вот красивая банка. Вообще, все такое необычное, все такое оригинальное. Орешки. Да. Держи. Смотрите. Орехи. А что это за орехи? Это лесные орехи. Фундук. Наверное. Фундук. А то я сейчас сумничаю. Ну что ж, вот это подождет, да? Давай вот эти вот баночки посмотрим. Апельсиновый фреш. Ой, какая. Шуга боди. Скраб. Сахарный скраб для тела. Вот такой вот интересный. Оранж, апельсиновый. Апельсины это то, что я обожаю. Можно я его открою? Смотри следующее пока. Вон там что-то интересное большое на донышке. Оля, так хорошо ты упаковала. Ничего не испортилось. Все прямо настолько хорошо лежит. Два. Ничего не протекло. Два чего-то интересного. Чего-то два интересного. Сейчас
посмотрим. Я никак скрафта не открою. Вау! Нужно построить эльфию башню. Да. Это Максимки творчество. Будет строить. Какая она тяжелая. Ой, как пахнет. Причем, знаете, пахнет чем? Апельсин с морковкой. Такой апельсиновый. Прям... Апельсин прям как будто с сахарной морковью. И весь холодок такой в запахе. Ага. Ой, какая красота. Вот такая вот эльфия. Очень интересно все вообще. Давайте я вам покажу, что... Ой, тяжеленькая такая. Да. Вот такая репродукция. И вот такой набор. То есть это все можно построить. И будет башня. Вот какой... Какая высота у башни? Видно, что она такая достаточно большая. А она где-то такая, наверное. 40 сантиметров. 40 на 17. Сейчас она вот примерно такой? Вот здесь видно. Да? Да. Большая. Вот, вот она, наверное, вот так вот и есть. 40 сантиметров. Вот как здесь вот изображена. Очень интересно. Без ножниц и клей она собирается. Просто собирается? Да, да. То есть вот это мы с удовольствием. И сейчас еще одно покажем. Там еще что-то. Да, это какой-то сапога. Это блокнотик. Или календарь? Это календарь. Какой-то сапог... Да, это календарь с котом в сапогах. Вот, смотрите. А, это... Или же это коллекция Катера. Медный всадник, 2017 год. Ой, как интересно. Очень интересно. Повесим на стену. У нас с 17-м годом только один пока календарь, а комнат две, еще и кухня есть. Поэтому спасибо, Оль. Вообще я такая довольная. Лимонная мампасия. Так, нет, вот. Вот не хочет стоять, я его положу. Лимонная мампасия, только твое. Это мое мампасия, да. Это скраб, это тоже скраб для тела. От Фаберлик. Я люблю от Фаберлик вот эти вот скрабы. Он не очень густой, но очень приятно шлифует тело, пилингует. Ой, спасибо. Вообще так приятно, так много, так мой, радостно. Мой любимый чай. Я люблю такую серию. А, да, это чай пинаколада. Это очень вкусный чай. Мы такой когда-то пили, но не пинаколаду мы пили. Да, у меня был, мне понравились лесные ягоды. Да, тут 6 штук. Ну вот теперь мы попробуем пинаколаду. Но я люблю эту серию Драгонечка. Да, да. Ой, вообще так здорово. Конфетки. Ой. Следующие конфетки. Мясные. Карамель леденцовая. Вот такая красота. Это у нас надолго. Спасибо. Ой. Одна серия фреш. Ой, какая интересная. Круглая. Клубника и киви, туалетное мыло, и мандарин, и белый чай. Вот такие вот оригинальные кусочки. Я таких тоже даже не видела. Они там внутри круглые. Вот так не пронюхать. Макс уже там что-то обнимает. Ой, такие прям как таблеточки. Очень-очень приятные. Так, очень большие и вкусные. Прячу. Да это же гигантский ментос. Нет, это мыло. Ну, я имею в виду прям как гигантский ментос. Да, еще вот такое мыло оригинальное, прям необычное, 50 грамм. Очень интересное. Прям как таблетка большая, правда что. Так, сейчас я еще вот так вот, что вокруг покажу. Кондиционер для тела смываемый от Эвелин с органовым маслом. Смотрите, какая красота. Он еще такой интересный, что его очень удобно поставить к стене. Эта сторона плоская, а эта полукруглая. Макс уже следующий открывает. Она открывает. Открывай, открывай. Вот такая красота. Использовать после геля для душа. Такая новинка. Спасибо, Оль. Я ж люблю себя намазать. Очень интересно. Кстати, смываемый кондиционер я еще ни разу не пробовала. Очень интересно. Биби, бальзам для волос от Комплимент. Термозащита и блеск. Вот такая вот красота. Тоже новая для меня. Вообще не видела. Не видела, не пробовала. Столько новинок. Вообще, только тестируй. Так приятно. Следующий кусочек мыла. 33% увлажняющего крема. Ой, смотрите, какое. Я такое не видела тоже. Тоже новое для меня.
Оля, правда, удивила. Вот как ты написала, что-то новенькое, хотелось удивить. У тебя получилось все новое. Смотрите, какая красота. Что это? Это гель. Это гель Naturalia. Натура, наверное. Вау. А русский? Где русский? Ух ты. Ну, давайте я вам покажу. Тут и апельсин, и грейпфрут я вижу. И такая... Ой, такой красивый. Сейчас меня перевесит коробку. Вот такая красота. Ближе покажу. Потом там девушка раздетая. Мальчики, отворачивайтесь. Там правда? Девушка. Очень красиво. Так, а это вот Oriflame. Ананасовая. Это, наверное, гель ананасовый. Вот так. Очень интересно. Вообще супер. Мне уже ставить некуда. Мы уже тут горой завалили. Ух ты. Тоже что-то новое, незнакомое. Это от Золотого Шелка. Гиалурон и коллаген. Шампунь. Реанимация волос. Супер. Для восстановления сильно поврежденных волос. Вообще очень интересно. Также впервые вижу. Не то, что там слышала. I love my planet. Я люблю мою планету. А у меня она заканчивается, кстати. Прямо чуть-чуть осталось такой шампуни. Он мальчик. Он у меня заканчивается. Спасибо, Оль, потому что мне этот шампунь очень-очень нравится. И вот реально осталось чуть-чуть там. Пустые баночки скоро уйдут. Оставить мне уже некуда. Так я вам еще и косметичку не показала. Я вам все поближе покажу. Это от Авена. А что это от Авена? Максим, читай. Там на бумажке. Я пока вам покажу. Ой, карамельное пралине. Это масло. Масло гель. Оно очень классное. У меня когда-то было. А читать показания? Нет, не показания. Что это? Терминальный источник Эвин признак национальным достоянием на службе. Нет, давай выше. А, для чувствительной гипоаллергена, без консервантов. Для чувствительной кожи успокаивает, снимает раздражение. В общем, это надо пшикать, я так понимаю, на лицо. Но я потом прочитаю поближе-то. Это я сейчас не вижу. Что-то, ну, игру настолько все новое, что. Я сейчас как обезьяна с очками, не знаю, куда повесить. Поэтому кого раздражать, не смотрите. Эмоции шкалят, тут не справишься. У меня был, пахнет из бутылочки ликером, а когда в душе, для меня пахнет лимонадом. Очень вкусный и очень классный. После него даже не хочется мазаться ничем. Ух ты! Это малышка, а ты Фраше. Вот такие гели. У меня большие бывали, бывали худенькие, а вот таких малышек пузатеньких не было. Что-то очень классное. Лимон. Лимон, наверное, и базилик. Ну, все, что цитрусовое, я обожаю. И желаем. Ух ты! Антивозрастная сыворотка. Я вчера у Вики Попридухиной в пустых баночках видела такую сыворотку. Теперь она есть у меня. Оля, спасибо, такая красота. Не пробовала, от Сингары ничего не пробовала, поэтому очень интересно. Прямо очень интересно. Это спрей. Так, куда ставить? Сейчас, подождите, найду местечко. Это тоже мыло. Крем-мыло. Вот их два. Смотрите. Вот так вот. Все новенькое такое, все неизвестное. Макс грустит, сидит. Подает мне что-то, бубнит. Бальзам для стоп. Да просто читай, эксперт фарма. Фарма, да, эксперт фарма. Вот бальзам для стоп, вкладки и пяточки. Очень классное средство. У нас когда-то было, муж пользовался. Ну и последние две баночки. Это к Золотому Шелку. Мы же видели его где-то. Да, вот к этому шампуню. Маска для волос. Стоп, тут что-то можно открыть. Ну да, там просто инструкция сзади. Запечатывающий уход, реанимация волос. Вот такая вот маска, вообще супер. Прямо интересно очень. Интересно, потому что не пробовала.
Ничего подобного не пробовала. Ну и последнее. Так, сейчас я откину, чтобы не мешало. Фреш крем для тела. Ух ты! Свежая медвежья ягода, сочная сахарная клюква, дикая таежная брусника, вулканическая голубика. Вы представляете, какой состав? И тут такие... И тут такие прям совы. Медведи. Уже... Какие медведи? Это совы. Это совы? В общем, совы, жар-птицы вот такие вот летают. Они... Да. Они прямо это... Ой, мне так хочется открыть. Или не открывать пока. Не, ну давайте я пока не буду открывать, потому что хочется открыть, но у меня много так открытого, я просто боюсь. Мне кажется, это медведи. Ну какие же это медведи с хвостами? Вот что для вас? Это медведи, Макс, это медведи. Мне кажется, это совы, вот антистресс разукрашенные. Просто, ну это же такой креатив, поэтому тут такой вот птица с хвостом павлина и с головой медведя. Он прав, смотрите, правда голова от медведя. Это не медведь, но голова медведя. Голова медведя, да, он прав. У меня зрение-то хуже. Ну, в общем, вот я, наверное, такой не буду, когда намажусь. У меня моя голова останется. А все остальное, да, как павлин распушусь и буду ходить довольная. Вообще, настолько много всего, настолько интересно. На самом деле, тут и Максу, и мне, и столько новинок. Оля... Я в такой шоке и в радости. Ну, все новое для нас. На самом деле, все новое. Мы сейчас это все разложим. Я вам ближе покажу и косметичку, и все поразглядываем поближе. Так? Довольны? Да. Понравилась башня? Что больше всего понравилось? Ну, даже не знаю, что сказать. Все. Все понравилось. А мне вот чай понравился от Максимкиного. Башня понравилась. Ну и ластики классные. Ну, мне тоже башня понравилась. Да. Ну ладно, давайте встретимся поближе. Выключай пока. Ой, все такое интересное. Пока. Девочки, мальчики, снимаю продолжение. Все, я разложила. Причем с момента, как мы поставили на паузу и до сегодняшнего, секундного момента, когда я включила, прошло больше часа. Я открывала все баночки, снимала все упаковки и многое тестировала. На самом деле, когда просто смотришь на упаковку, это одно, но когда ты вдыхаешь аромат, это что-то сказочное. Вот этот вот гель для душа оказался с грейпфрутом и апельсином. Вы знаете, какой это аромат? Ну, не секрет, я постоянно говорю, что аромат грейпфрута я просто обожаю. Оля, спасибо, огромное спасибо, ты это учла. Тут несколько... даже средств с моим любимым цитрусовым ароматом. Ну, я в восторге. Я люблю грейпфрут, апельсин, мандарин. Это такое сказочное, просто непередаваемое ощущение и вкус. Если вы тоже любите эти фрукты, я вам вот это советую. Я не знаю, он сушит, не сушит, как он раскрывается, этот гель. Я его сама вижу впервые, но аромат у него бесподобный, сказочный. Настоящий грейпфрут. Вот прямо полный рот слюней. Вот здесь получился у меня целый угол для Максимки. Он говорит, мама, как много мне, когда из коробки достаешь, не сразу понятно. А тут посмотрите, какое чудо. Ну, посмотрите, это же такая прелесть. Как интересно для деток оформляют это все. Прямо целые джунгли. Настолько интересно. Ну, конечно, эту баночку мы никуда не денем. Будем в нее переливать дальше мыло и использовать. Потому что, ну, очень позитивно и красиво. Вот эти упаковки вижу впервые в жизни. Настолько они интересные. Но я так и буду восхищаться. Потому что, ну, не передать словами всю благодарность и восторг, который я испытала. Вот этот гель... Это он, кстати, не недолитый. Я вот сейчас вскрывала упаковку. Это, ну, такой разлив. Настолько вкусно пахнет этим вот ананасом. Прямо сладкий-сладкий ананас. Хоть прямо вот пей, как компот из бутылки.
Не знаю, восторгу нет предела, когда я все тут понюхала и посмотрела, мне стало нравиться еще больше. Вот эта позитивная обезьянка прям вот очень понравилась, впечатлила, отмыла, я в восторге, оно прям такое все классное, новое. Очень довольна календарем, прямо необыкновенный он такой интересный. Вот этот набор для творчества будем с Максом собирать. Обязательно покажем на канале, что у нас получилось. Потому что те наборы для творчества, которые девочки нам уже присылали, мы все время показываем, что в итоге получается. И это очень интересно, как Максу, так и многим зрителям. Вот. Вот эту раскраску поближе хочу тоже показать. Совушек. Это я в косметичке продвигаюсь. Ну до чего же красиво. Так прямо интересно все сделано, придумано. Действительно, с собой и в сумочку положить удобно, если куда-то идешь и что-то ждешь. И ручки с собой брать. Детали, хотя кажутся и мелкими, но и работаешь, отдыхаешь, и можно сделать записи. Очень интересный блокнот, книжка. Так, вот давайте поближе Максимкины наклеечки. Они выпуклые, 3D. Покажу. И вот эти вот милейшие панды. Спонж. Это я вокруг косметички, честно, за час даже не заглянула ни разу. Настолько мне интересно, что там. Ну, я посмотрю. Муж очень обрадовался мылу. Он сказал, ой, мне прислали подарок. Он очень любит, на самом деле, вот такие вот густые мыла. Раньше он любил просто кусковым мылом пользоваться. Он не любит гели для душа. Но когда он распробовал вот такие средства, просто в восторге говорит, это мне оно надо. Я потестировала немножко сейчас, прям вот чуть-чуть сбоку собрала это мыло и вымыла руки. Настолько классно пенится, очень, прям крошечки нужно, чтобы намылить руки. Но для тела тоже немного. А такой огромной бадьи хватит надолго. Написано, что в него входит 37 трав. Я надеюсь, что это так. Очень вкусный вот этот апельсиновый фреш. Я специально все показываю ближе, потому что, может быть, кроме меня еще кому-то это интересно. Ну, потому что я впервые многие упаковочки вижу. Давайте я вам покажу этих медведей. Павлинов. Действительно, Максимка прав. Тут и медведь, и сова, и павлин. Оригинальный очень. Витаминный заряд. Это я нечаянно оторвала вместе со скотчем. Вот, все новое. Мне очень хорошо все упаковала Оленька. Эту маску уже мужу показала. Буду, говорю, вот такой киской. В общем, посмеялся. Давайте поближе ластики. Макс просил ластики поближе показать. Вот такое позитивное солнышко. Впервые видим крокодильчика на четырех ножках. Такой красивенный. Очень позитивные, яркие. Вот такие машины. Причем они вместе с водителем. Обе. Вообще такая красота. Ну и вот такой лев. Тоже красивый, интересный. Оля, вообще огромное спасибо. Давайте я вам покажу. С Черного моря. Вот такой медовый. Медовое лакомство. Прямо даже сама баночка такая милейшая, классная, с пчелкой. Мы сейчас читаем с Максимкой книжку детскую. Там как раз дети выращивают, не выращивают, а завели себе пасеку, улей один, и следят за пчелами, и вот за повадками пчелы. Поэтому сейчас пчелы — это наша тема, мы про них очень много узнаем из этой книжки. Очень-очень интересно нам. И тут вдруг приезжает к нам пчелка. Ну, тут вот вообще просто рай для рук. Новое, неизведанное, вообще не видела никогда ничего подобного. Что еще вам показать? Ну, мне кажется, я уже тут по кругу хожу, но всем, наверное, как и мне, уже не терпится посмотреть, что же там в косметичке. Давайте я сейчас поставлю камеру на... Сейчас попробую. На штатив. Вот так. Сяду сама, и мы с вами будем смотреть.
немножко уберу вот так. И давайте вместе будем смотреть, что же Оля положила в эту чудо-косметичку. Так, открываем. Кабаре. Это тушь от Vivienne Sabo Кабаре. Вот такая вот золотая премьер. Премьера Кабаре, да. Ой, красота какая. У меня была от Vivienne Sabo веер. Да, вот как-то так называлась. Мне тоже присылали в подарок. Но она у меня давно, конечно, закончилась. Дальше что здесь? От Oriflame. Вот такой крем. Я, наверное, не прочитаю. Уже позднее узнаю, что за крем и куда его мазать. Все так интересно на самом деле. А, крем для рук. Это тоже крем для рук. Ну, у меня сегодня ручки вообще везет моим ручкам. Это от Clarins. Это, наверное, шампунь. Да. Шампунь. Вот такая вот малышка. 25 мл. Обязательно попробую. Там еще что-то похожее. Тоже от Clarins. Тоже шампунь. Уже другого направления. Но я все прочитаю, посмотрю. Тут все написано. Для каких волос. Куда наносить. Как смывать. Ух ты. От L'Occitane, смотрите, что-то такое совсем эдакое. Молочко для тела, неролей и орхидеи, 50 мл. Ой, какая красота. Ну, это я сейчас, конечно же, сразу в ванну отнесу. Он зафольгирован, но я хочу открыть, правда. Так интересно. Он такой красивый, прямо как Биби. У меня такого не было никогда. Поэтому мне очень-очень интересно. Да, как молочко, очень нежненькое такое. А пахнет парфюмом. Очень-очень вкусно. Ой, какой парфюм вкусный. Как будто это не крем, а духи. Прямо супер. Я такая радостная. Так, еще тоже это не роли, да, получается. Ну, может, не роли, я не знаю, как точнее. Тоже от L'Occitane. Что же это? Крем для рук, наверное, я так думаю. Да, крем для рук. Вот, смотрите. Ну, такого у меня не было никогда. Поэтому вообще. В общем, от радости в забу дыхание сперла. Очень-очень приятно вообще. Еще от Clarins тоже малышка. Ну, Clarins, конечно, я потестирую с удовольствием, потому что это очень интересно. Так, давайте я вот так поставлю, чтобы вам тоже было видно. Такая прям волшебная косметичка. Там еще есть. О, еще одно средство от L'Occitane. Тоже для рук? Да, тоже крем для рук. Белый и голубой ирис. А это у нас нероли и орхидея. Представляете? Какая красота! Оля, спасибо тебе. Огромное-огромное. Это вообще такое сказочное все. И вот такие вот пробники. Какой красивый. И манго, и алоэ тут. Чего только нет. А что это? Дневной омолаживающий крем для лица. Вот такая красота. Ну, посмотрите, он какой позитивный. Таким прямо и хочется пользоваться. Есть Lauder. Это я не знаю, что это. Вот это чего? Сыворотка, да, получается. Ну, тоже, конечно же, я попользуюсь с удовольствием, но это от косметички. Вот такая вот прямо чудо-косметичка. Не зря я целый час ждала, когда я до нее доберусь. Наверняка в этой косметичке и шли вот эти вот три средства. Ну, остальное мне уже Оля положила, ну, порадовать. Чтобы побольше у меня тут было всего. Ой, такая красота. Но это не посылка, это посылище. И просто какое-то сказочное у меня такое чувство. Радость переполняет. Давайте я скреплю. Это скреплю не я, это штатив.
Ну, на самом деле, волшебная посылка, она очень большая. Получать большие посылки очень неловко и неудобно, потому что, ну, естественно, мне часто там спрашивают, а ты в ответ посылаешь столько же? Девочки, честно, я себе купить столько же никогда не могла за один раз или даже за месяц. Это очень много, я это признаю, это очень много, как подарок. Это слишком щедрый и добрый подарок. Оленька, огромное спасибо. Я не знаю, человеческого спасибо, наверное, не хватит, чтобы выразить благодарность за все это. Это действительно очень приятно. Я все буду тестировать, обязательно и в пустых баночках буду рассказывать. И если так что-то будет очень нравиться, обязательно просто даже ролик сниму, покажу. Ну, благодарность и счастье просто переполняют. Максимка ждет, когда я ему отдам его средства, особенно сладости, вот, всякие интересности, вот такие вот. Будем с ним обязательно собирать эту вот картину, потому что она интересная. Даже банку застолбил, сказал, что банка из-под чая тоже ему нужна срочно, потому что она очень-очень красивая. Огромное спасибо от нас, от обоих, даже от мужа, от нашего, ну, от мужа и от папы огромное спасибо, потому что он говорит, ну, это действительно настолько щедро, настолько приятно, настолько много, что не укладывается в голове, как можно. Спасибо тебе, моя хорошая. Ну, я отдельно еще напишу тебе, конечно же, в личку, все понравилось, и как Макс говорит, трудно сказать, что больше. Потому что глаза разбегаются. Но, естественно, то, что неизведанное, его хочется открыть в первую очередь и потестировать. У Оли нету канала, но она наверняка напишет просто комментарий внизу под роликом. Можно с ней так познакомиться. Она просто подписчик, смотрит активно. И видно по всему этому, что она сама очень любит косметику. И ей это очень вся тема близка. За Organic Kitchen отдельное спасибо. Что-то мне на эти баночки прям так пробило, и хочется их. И тем более у меня теперь их так много. Вот Иринка прислала, и Оля добавила. Прям супер. Ладно, я сейчас буду долго говорить, но я лучше продолжу в личку Оле лично. А всем огромное спасибо за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Особенно тем, кто радуется. Кому тяжело это смотреть или, может быть, завидно в какой-то мере. Но, девчонки, честно, лучше не смотреть такие ролики, а смотреть то, что вам по сердцу. Потому что канал создан для радости, для общения, для позитива. И если позитив не получается, то лучше такие ролики пропускать и смотреть то, что близко вам. Как в магазин, да, мы приходим в магазин за хлебом. Ну, мы же не страдаем от того, что нужно вот пока идешь к хлебу, мясо купить, ну, тут рыбу наложили, придется рыбу покупать, но она нам не нужна. Мы берем то, что нам надо. Вот и также на канале. Что интересно, то и смотрим. Что тяжело или неинтересно, ну, проходим мимо. Ладно, я уже все по скриптуму рассказала. Спасибо всем за внимание. Оля, огромное спасибо. И всем пока.